В единый день голосования 13 сентября 2015 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти. В этот день в нашей республике состоятся выборы президента. С 7 сентября в Елабужском институте КФУ стартовала акция «Я иду на выборы». В рамках этой акции со студентами организуются разъяснительные беседы и встречи по формированию гражданской активности. Как выяснилось, многие из ребят уже понимают значимость предстоящего мероприятия и готовы сделать свой выбор. Выступая перед однокурсниками, они умело аргументируют свою позицию. Я иду на выборы, потому что я считаю, что мы люди совершаем свою историю, и мы должны внести свой голос для того, чтобы наша история развивалась дальше и прогрессировала. И в данный момент мы должны выбирать тех людей, которых мы уверены, которые являются уже проверенными на протяжении нашего развития. Я считаю, что мой голос – это один голос из тех миллионов, которые составят одну большую массу, и поэтому эта масса должна вершить, как сказать, судьбу нашего государства и Республики Татарстан. И поэтому я призываю всех голосовать, потому что каждый голос очень важен. Почему я иду на выборы? Наверное, потому что я гражданин Российской Федерации, и, во-первых, я хочу проявить свою активную гражданскую позицию. Я считаю, что каждый человек, так как он живет в демократичной стране, должен это сделать. У нас свобода выбора. Кого из кандидатов я бы выбрала? Миниханова Рустама Нургалиевича. Потому что он себя за эти годы показал как отличный президент. Он как наш Владимир Путин. Уже не первый год работает на этом посту. И мы видим результат его работы. Каждый елабужанин должен прийти 13 сентября на избирательный пункт и отдать свой голос. 9 сентября на университетской площади силами профсоюза студентов и аспирантов вуза был организован флешмоб. Активисты раздавали проходящим мимо студентам и преподавателям разноцветные шарики и просили прийти на свои избирательные участки 13 сентября. В предвыборные дни студенты Елабужского института Казанского федерального университета запускают акцию «Я иду на выборы». Именно от тебя зависит будущее твоей республики. Все желающие могли сфотографироваться на фоне баннера с лозунгом «Я иду на выборы», чтобы выложить свои фото в соцсетях. В этот же день в институте прошел единый день политинформации. С готовностью проявить свою гражданскую позицию Екатерина Сайбель, Айдар Салихов, пресс-служба Елабужского института КФУ. Специально для Универньюз.